Большой зал открыт, впереди новые премьеры. В Театре юного зрителя имени Сеспеля в Чебоксарах настоящий праздник. Теперь актерам есть где развернуться. Спектакли будут идти в новом здании на двух сценах. Праздник в ТЮЗе двойной. 85-й театральный сезон совпал с открытием новой сцены. Праздничный концерт так и назвали «Новая сцена, новая жизнь». Зрителям представили отрывки из лучших спектаклей ТЮЗа. С этими постановками артисты объездили все районы республики и многие города страны. Но дома в Чебоксарах у них долгое время не было своего уголка. У нашего театра не было, к сожалению, своего дома, своей сцены. Наконец-то в этом году, вот сегодня, открываем мы большой зал. Для нас это не только событие, а большой долгожданный исторический момент. Театр, конечно, сегодня очень быстро развивается. Вообще невозможно оставаться сейчас где-то за бортом, потому что это мы театр юного зрителя, мы работаем для детей, поэтому мы должны идти в ногу со временем. Мы стараемся, я думаю, что хорошо работаем, к нам народ ходит, нас любит, у нас аншлаги. И когда в 2016 году ТЮЗу выделили собственное помещение, начались ремонтные работы. В 2017 на капитальный ремонт большого зала, который сейчас открылся, и закупку оборудования для театра было выделено более 12 миллионов рублей из республиканского бюджета. ТЮЗ ежегодно получает и грантовую поддержку от федерального правительства. Сегодня вообще на уровне правительства Российской Федерации идет активная поддержка именно театров, детских театров. Это театр кукол, театр юного зрителя. Мы в прошлом году получили достаточно хорошую поддержку, и этот проект, они будут поддержаны и в этом году. И также экспериментальный театр у нас, вот более 6 миллионов опять в этом году средства получат. Татьяна Трофимова, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика.